какие примеры уже были? И к чему она привела? Здесь произошла попытка сфальсифицировать выборы. Им нужно было 5000 голосов набрать для того, чтобы выйти через первый тур. Они очень боятся нас, они боятся второго тура. Они пытаются защитить ту фальсификацию, которую они сделали. Но опять же, есть одна вещь, которую они не учли, это всех нас. Мы пришли сюда, потому что у нас есть совесть, нам никто ничего не платит. Мы пришли, потому что мы сказали, произвола в этом городе больше не будет. Сегодня начал работу новый состав городского совета. Это те люди, которых вы выбрали в нашу городскую власть. Те, кто даже, так назовем в кавычках, проиграл, они все равно одесситы. Они рядом с нами, и мы их уважаем. А с нового состава городского совета, с новым составом, мы должны работать над тем, чтобы улучшать наш город. Так, как это делал и делает команда Труханова. Люди, одесситы! На нашей стороне стоит губернатор, на нашей стороне стоит президент, на нашей стороне стоит армия, на нашей стороне стоит полиция, на нашей стороне стоит прокуратура. Мы передали все факты фальсификации в прокуратуру, и прокуратура сказала то же самое. Пока здесь есть этот прокурор, фальсификации в городе не будет. Они могут рассказывать, как это сделать, что нужно. Давайте.